Вот два ручья объединяются. Один вон течет. Второй вот падает. Вот такие чистые места выбирает Мишка. Красивые, глухие, таежные. Вот следы его. Видите? Ходил тут косолапый. Вот сразу и меточки его, видите? Бедолаги. У мошкара крутится. Ну как барин, королевские места. Один ручей все проглядывается, и второй ручей контролируется. Фух. Красивая тайга. Мишка живет как в сказке. Вот на таких горках лег и лежи. Сразу какая площадь осматривается. И осторожность тут, и охота. Шумит ручей. А пихта, елка тут, ух, высокие. Сколько с нее деловой древесины получите, как вы думаете? Раз, два, 6 метров, 3, 4, 5, 6 штук. Красиво тут, воздух свежий. Корабельные сосны. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 насчитал 6-метровых деловой древесины. Красиво. Хоть картину пиши. 3 медведя. Заметьте, сосняк, да, один? Ну, сосна один. А внизу ельничек подрастает. Смотрите, он какой. Полностью усеялся. Полностью ельник будет потом. А по мху идешь, проваливайся. Вон перина какая. Как у перинки. Вот такая вот непроходимая бывает завалы таежные. Опа. О, прошли. Удачно. Ну, ели какие выворотни. Здоровые, поверхностные. Корни у нее мочковитые. Вниз не уходит, вон какая. И этот тоже. И дальше он лежит. Полностью вырвало. Вырвало корни.
ручеек все извивается, извивается, ищет себе дорожку. Вон сколько песка принес, смыл вниз. А тут целый водопад. Ну красиво, я скажу. Вон как под дерево падает. Да, оттуда не видно будет. Поближе подойти к водопаду. Вот. Еще лед лежит. Лед. И здесь все стаяло, а тут лед еще. Словом, лесу. Почва медленно отходит. Вот и лед. Видите, какие мостики. Ледовые. Красивая полянка жарков. Вот они. Как выглядит. Да. Папоротник, страусник. Его тоже царским посолом солят и кушают. Корневища его также целебны. Также им выгоняют клопов из дома. Вот посмотрите, какой мощный. В молодом состоянии. Вот так растет кучками. Тоже также аналог папоротника арктика. Вон какой ручей. Перекат. Черемшинное место. Их высокие. Ну вот такая вот. Еще не дала стрелку. Двухлистка. Давайте пробовать. Мила береза. Хотела перейти. И вот так упала. Вон там поднимемся, наверное. Потихоньку, потихоньку. Вот за это надо взяться. Опа. Ну, поднялись. О. Могучая ель. Укроет вас. Вообще, как в сказку входишь. Ветки. Ветки вон какие. Ну, в обхвате не обхватишь. Не хватает мне рук. Да. Красавица, конечно. Ничего не скажешь. Скроет от дождя. Их тут три сестры. Три сестренки. А тут осинник. Ну вот посмотрите. Какие цветочки желтые тут всякие. Вот такие цветочки. Вот он раскрывшийся. И Мари корень растет. Вот видите, бутоны назрели у него. Достаточно высокое растение. Вот такой мощный стебель.
почти, вон по колено где-то. По колено. Ну, тут полный палисадник его. Вот они. Вот они. Вот так в природе все интересно. Полностью палисадник. Вон они пошли. Вон он. Вот он. Ну, видно, в осеннике нравится. Марые корни. Вот, видите. Полностью. Вот бутончики. И вон поляна целая. Вот они, красавцы. Вот он бутон. Ох. Дальше черемша. Какой куст красивый. А вот черемша уже опустила у нас. Вот такая она. Вот этот стебелек. Его надо будет вырывать, когда есть ее кушать. А это вот какая. О, сочная. А это вороний глаз. Растет вот так. Вот такой у него стебель. Молодой кедрач засеялся. Какая красавица. Лестница такая толстенная. Эх, елочка. Вот поле. Медведь тут пучку поел. Хорошо постарался. Вон она какая. А, это пихтушка. Пихтушка. Вон какая береза могучая. А это что черное такое у нее? У нас как раз кончился чай. Елочка рядышком. А это чага.
Вот, посмотрите, какая она здоровая. Видите, как она выглядит. Вот она, знаменитая чага. Придем, можно заваривать кипятком, только большими кусками. Потому что температура 80, она пока дойдет до центра, она прогреет центр, а потом все вытянет из центра чаги. Вот. А так, конечно, настаивать до 80, до 60 прогрели. Прогрели воду и поставили в термос. И пусть постоит 5-6, можно подольше. Ну, правильный рецепт на моем канале ищите. Конечно, мы сейчас режем. Ну, ее только ножом надо снимать, потому что она сидит очень крепко. Либо, короче, снимать топором. Вот видите, какая она в девственном лесу-то. Вон какая красивая. Какой нарост. У могучей березы. Видите, вот одна ладонь, две, три ладони. Ну, вот так внизу красиво выросла чага. Тут что-то с коровой березы. Вот, сколько берез. Белого гриба тут полно. И лисичек. А на этих, которые уже вот на таких березках, растут здоровенные пята. Но эта вот березка тоже живая. Вот посмотрите, какого вида чага там. Вот такого вида она. Вот. Вот сучок ищет обломанный. Вот давайте обломаем его. Не хочет ломаться. Ну нам, в принципе, вот эту надо штучку. Вот видите, какого. Какого. Ну это оно похоже на трутовик. Ну та-то точно чага. А это вот видите, какая штука. Скорее всего, это трутовик. Так, березы вековые. Гриб интересный, да? Какой он? О, какой! Не этим. А тут трагедия, видите? С березы. Вот с той верхушки упала вот такая штука и воткнулась. И еще тут один конец. Калинка, малинка, ягода калина, ягода малина. Можно попробовать. Давайте попробуем. Вкуснятина. Да, ножом даже сложно снять. Ножом сложно снять. Кора мешает. Сначала кору надо. Так бы топором рубанул сюда и туда. Тогда бы она снялась. А так никак. Не получается. Ножом проделали вот так. Убили. Потом сюда. Вот такой кусочек. Без топора даже нечего делать, чтобы снять такую красавицу целебную. Вот, кусок вырезали. Кукует кто-то. Кто это? Филин, голубь. Ну вот, засадили нож мы. Вот. И вот сейчас потихоньку еще край, видите, сняли. Вот такой он красивый. И вот видите структуру ее. Чага, вот она. Вот так она выглядит. Вот так красиво. Нам пока на чай хватит. Пусть растет. Красавица. Березку, правда, погубит всю, если мы ее не вырубим. Березка это постепенно чага корни свои запускает, и березка
погибнет. Можно спасти березку. Ну ладно, под конец нашего мы придем и с топором сюда вырубим ее. Заказы у нас. Парень заказал 5 килограмм. Ценник ее не разделан на 750, разделан за 1000. Ну, 1000 где-то порошок. Ну, конечно, не разделанную уже видно, что покупаете. Видно, что чага. Ну вот, заваривайте то, что это. В порошке могут быть и халтурщики. Так что вот имейте в виду. Чаги внутри. А это вот уже для размножения выскочило. Видите, аж на кору березы вот такой здоровой подняла. И тут кору где-то спора заселилась в раненое место. И полностью мицелия гриба чаги покрыла березку. Вот. А это уже плод вырвался наружу. Вот еще один кусок. По-моему, сейчас отломится. Вот видите, крепко сидит. Вот так вот. Вот мы его отловили полностью. Видите? Вот так вот. Вместе с корой. Вот он гриб. Вот такое строение имеет. Как угли. Вот еще чага, видите, как выскочила. Полностью выскочила на березке. Березка живая, но уже, видите, погибает. Потому что мицелия распространилась по самой березе. Вот такая штука. А тут вот в основном в таких лесах, видите, изрежены как у лес, медвежатки маленькие. И ели черемуху и погнули ветки. Полностью пригнули. Видите? Может, сам Мишка лакомился. Вот видите, молоденькая появляется. А потом будет такая же здоровая. Видите, задатки. Вот они. Вот такие вот. И полностью потом гриб раскроется, вылезет наружу. Засняли мы его. Какие грузди висят. Вкуснотища. А тут как дёкать, да? Березки. Будь здоровы. Вон чага.
Видите, откуда ее видно? Вот она. Вот какими наростами. А тут у нас красота. Красота какая. Ох, да, чтобы ее достать, далеко надо отходить. Какая она лапистая. Гриб какой. И червячки в него уже залезли. И то еще больше. Еще выше. О, теперь вся. Ну это просто сиденья какие-то. Можно сесть и посидеть. Вот такой грибчик. Вот. Трутовичок. Сиденье. Вот посудите сами расстояние, которое дается, чтобы найти чагу и срубить ее. Вон, видите, как она высока. Труд. Приходится закладывать. Лестницу сколачивать, чтобы снять эту красавицу. Ну вот, видим, березка, да? Тяга ее совсем погубила. Видите, какие наросты. Давайте ближе подойдем. Вот как издалека видно ее. Это представьте, какой плод тяги. Вот. А какая у нее тогда мицелия? Бежать, играть. Вот видим. Видите, какой нарост чаги. И все высоко. Вот он. Видите? Здоровый нарост. Не видно, мне напомнило. Видите, какое. И ниже тоже. И там. Пятное место. Ну какая не сильно. Не сухой. Низинка какая, да? Вот она, черемшинная грядка. Мишкина работа сажать. Видите, какая тут черемша? Трехлистная. Вот она какая. Видите? Три листика. Когда вот стрелочку пустила, она самая вкусная. Тогда какая-то такая, знаете, вот чесночная вот эта появляется нотка. Когда вот эту стрелочку пустила. А маленькая такая. Может и всех и питательных элементов, когда стрелочку пускает, в ней больше. То есть она набирается. Ну, давайте посмотрим дальше. Ну, видите, как полем растет. Как полянка, грядка идет полностью. Полностью грядочка. Полностью. Ну такая красивая. Вот черемша идет. На сопку прямо. Улетает. О, лиственнейший трутовик. Поселился. Вот такой он. Хоть картину пиши. А с этой стороны белый.
таежный ручей.